Шлем, нагрудник, краги, щитки на локотнике и, конечно, клюшка. Верные спутники каждого хоккеиста. И пускай иногда надеть экипировку все еще помогают родители, зато на льду эти юные спортсмены покажут, на что они способны. Ведь у каждого из них уже есть своя цель и пример для подражания. Я мечтаю стать похожим на Руслана Салея. Я нападающий. Цель у нападающего забрать у соперников шайбу и забить гол, потому что он ближе всего к воротам. Как ты думаешь, у тебя получится сегодня? Не знаю, но я думаю, что должно получиться хоть один голик. Или помочь забить. У меня были поначалу нюансы, что у меня то шлем вызвали, потом коньки, вот по деталям. Но вот я накопил всю броню и стал хорошим вот вратарем. Играю, тренируюсь, я начинаю стать как Бронников. Последнее наставление перед игрой. Тренер знает, как собрать команду и настроить на результат. Так, хорошие игры. Надеюсь, после матча мы будем только улыбаться, а не плакать. У нас как в школе тоже идет по классам. То есть у нас сейчас мы переходим в третий класс, грубо говоря. И вот в этом с первого по третий очень важно вот техника. То есть техника должно быть умение владеть шайбой, умение кататься. Все зависит от ребят, как они тренируются, как они относятся к этому делу любимому, как я думаю для них. И от этого и формируется состав. А результат для меня на самом деле просто, чтобы они получили удовольствие. Получится выиграть медали, я рад за них. То есть не получится. У них вся карьера впереди, дай бог. Была идея создать конкурентный турнир в Беларуси, чтобы родители все увидели, что такое вообще детские турниры, как они должны выглядеть. Наша задача – популяризировать детский хоккей, и чтобы он доходил до каждого, в каждый уголок страны. Стараемся максимально наш турнир проводить красочно, эффектно, чтобы дети и родители получали удовольствие. Готов! На протяжении двух дней с утра и до вечера в Брестском ледовом дворце в режиме нон-стоп проходили игры хоккейного турнира «Бьюэр Кап». 10 команд, собрав все силы, атаковали ворота соперников. Каждый из ребят проявил себя, но главное, все получили мощный заряд позитива. «Бьюэр Кап» – турнир республиканского значения. За кубок и звание лучших игроков сражаются команды из Бреста, Пинска, Кобрина, Минска и не только. Уже сейчас, несмотря на юный возраст, игроки демонстрируют хорошую игру и волю к победе. Ни один чемпионат мира по накалу страстей болельщиков не сравнится с турниром, в котором участвует собственный ребенок. А родители, как всегда, рядом. Они самые преданные болельщики. Эмоции иногда просто невозможно сдержать. Пошли болеть всей семьей. Голоса нет, болеть сильно уже. Играет старший сын, нападающий. Очень болеем, переживаем. Желаем первого места. Вот, младший поддерживает. Дочка там с помпушками махает. Все поддерживаем. Турнир прошел на высоком уровне. Участники доказали, что подрастает достойная смена профессионалам. По большому счету, каждый маленький хоккеист уже победитель. Ведь он прошел долгий путь тренировок и работы над собой. А впереди будет еще немало побед. Этот спортивный праздник не последний. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.